Всем привет, дорогие мои, с вами Конова Аня, это мои пустые баночки августа. Весь август, ну практически весь мы провели дома, поэтому что закончилось? У свекра закончилась вот такая вот водичка, сказал, что нравится. Крузер Сафари, артикул, к сожалению, не подскажу, не знаю. Сладкий аромат, очень приятный, как раз, ну вы знаете, для мужчин постарше. Классно. Далее, парфюмерная вода Элисар. Это та самая вода, которую я вам показывала, когда мы отдыхали в Сочи. Я ее покупала туда. Ну, вот она закончилась наконец-то. Викуська. Крем защитный, солнцезащитный, SPF 50, артикул 21-21. Шикарный очень крем, но сейчас появились новые версии, старые уже распродаются, очень даже дешево. Крем с аргинином с артикулом 12-79, это универсальный крем, который содержит биоактивную форму аргинина и комплекс натуральных экстрактов, таких как имбиря, каштана, донника, подорожника, которые восстанавливают и улучшают защитную реакцию кожи, ну и плюс ко всему помогают суставам. Помогают суставам. Вот у меня, допустим, коленка заболит, я уже начинаю мазать кремом с аргинином, и очень хорошо восстанавливается и помогает мне. У него такой легкий, приятный ментоловый аромат и легкое такое охлаждение от него идет. Он у меня редко бывает в пустышках, потому что долгоиграющий. Также закончилось концентрированное средство от накипи для чайников и кофемашин, 4 ампулы. Ну, могу сказать, что сейчас мы им чистим только чайник, потому что столешницу сделали новую, она оттирается отлично. Дальше мой любимый бальзам 1701 на травах, бальзам первой помощи от любого раздражения, укуса, ожога, в общем, все, что хочется. Маска питательная для всех типов волос, ценное масло 82-12 в каждых моих пустышках. Так, крем для тела 79-69, это обновляющий крем для рук, лица и тела, ну лицо я, понятно, обхожу стороной, у меня антивозрастные кремы, а так вот очень хороший, яркий такой аромат, прям мощный такой. Дальше шампунь и маска Blonde Icon, моя самая-самая любимая линейка. Дорогие блондинки, если есть желтизна после мытья головы, то вот этот шампунь, ну, примерно раз в недельку можно им мыть голову, и все будет отлично. Артикул 2710. И у восстанавливающего бальзама для осветленных волос 2711. Любимый шампунь моего мужа, единственный, 1303 против перхоти с запахом зеленого чая. Далее шампунь-бальзам двойное питание с аминокислотами, питание и укрепление структуры волос, мягко очищает, кондиционирует, силы и блеск. Тут идет в составе технология зимняя защита, артикул 7781, очищает волосы, сохраняя гидробаланс, питает каждую прядь, защищает от перепада температур и пересушенного воздуха в помещениях. Ну, я не знаю, мне кажется, что он все-таки всесезонный, потому что, ну, какая разница? Перепады температур есть всегда и везде. Дальше, лак волос. Сильная фиксация. Это еще старая версия. Он есть на сайте. И я его очень люблю. 89-73. Далее, тушь Push Up. Ну, просто уже засохла. Ну, что скажу. Знаете, обычная нормальная тушь. Ничего такого крутого, ничего такого плохого. Тушь как тушь. 58-19. Я ее взяла на пробу, на обзор. Могу сказать, что обычная тушь. И туши такого качества, вот лично в магазинах, на маркетплейсах, они куда дороже, чем это. В ценовой политике мы сейчас на данный момент очень сильно выигрываем. Далее, укрепляющая маска для лица Тонус. Ну, что скажу, понравился вкус, цвет, запах, аромат, все хорошо. 0,461, действительно, личико свежее, лучше для одноразовой маски, за такую стоимость шикарно. Прокладки ежедневные, 10 штук, 112,89. Так, пятновыводитель. 327 ароматизаторы для воздуха, целая батарея, 109,01. Так, дальше, слишком сильный аромат вот у этого моющего средства для полов и стен. Я не могу сказать, что оно мне понравилось, это во-первых. Во-вторых, немножечко пощипывает руки, когда вот отжимаешь тряпочку, еще что-то. Ну, вот у нас есть тряпка такая вот с центрифугой выжимать. Ей, конечно, проблем никаких нет, просто запах. Мне масло лаванды нравится. Жителям моим квартиры не всем, к сожалению. Поэтому нет, больше не буду заказывать. Артикул 30800. Все хорошо отмывает. Просто действительно и руки пощипывает, и запах уж слишком сильный. И очень долго стоит. Мне он, наоборот, понравился. Я когда мыла пол, думала, вкуснятка. А вот
пошли претензии у домочадцев. Объем 600 мл, средства для мытья унитазов 80-11 артикул, отличное. Биокапсулы для посудомоечной машины, стиральный порошок для белых и светлых тканей, пятновыводитель, ну то, что у меня каждый раз в пустышках, я артикулы называть не буду, смысла нет. Средства для чистки духовок и плит. Так, концентрированный гель для мытья посуды «Эвкалипт и арбуз», гель для профилактики устранения засоров. Кстати, он у меня, наверное, всего второй раз в пустышках, артикул 32-44. Дорогие мои, вот за все это время я так и не смогла дождаться какого-то сильного засора. К сожалению, ничего не могу сказать. Вот честное слово. Засоры были маленькие, мы не ливали. Ну, зачем оно копить? Артикул 30-062, пятновыводитель, кислородный экстраокси. Жидкий в машину добавлять. 118-53, мой любимый ультракондиционер для белья. Также концентрированный гель для стирки детского белья 115-15, Викуськин. Также для цветного 118-43. Попробуйте, пожалуйста, эти гели, если вы не пробовали, они реально хорошие. Так, далее 118-41 для стирки темных тканей. Умывалка. Артикул 14-02. Знаете, неприятный запах, неприятный цвет у нее. В общем, неприятно все. Она, знаете, она такая желтая, непонятная, неприятная. В общем, ни за что больше не закажу. Умывает хорошо, все нормально, но запах нет. Так, гель для душа новогодний. Карамельное настроение. Кстати, ну такой неплохой, но нет. Я такой больше не закажу. 27-40. Стоял в ванной я не знаю сколько. Им, наверное, один раз помоются, потом больше не хотят. Один раз помоются, больше не хотят. Вика, Антон, я старшая дочка. Так получалось, что вот он долго-долго стоял. Потом я уже давай думаю, да, я его домою. Далее, вот этот тоже аромат тюльпана. 200 мл, 27-65 артикул. Ну, что-то как-то тоже не очень. Какой-то, знаете, такой простецкий аромат. Так, гель для душа Bubble Gum. Вот он мне понравился очень. Пахнет какой-то мятой, дыней, арбузом. Ну, в общем, вот этим всем, что очень даже хочется. 27-39 куплю еще, если появится где-нибудь мне под руку. Вот смотрите, сколько осталось. Вроде бы вот так все уже выжал, а видите, сколько остается. Потому что наоборот, этот тюбик плохо стоит наоборот. С артикулом 17-18 Мексика, гель для душа. Далее, гель для бритья. 81-47 артикул. Кстати, гель очень классный. Вот, даже есть тут немножечко. Очень классный гель. Вы его наносите и... Ну, мужчины, это мужской гель. Вы его наносите и видно, что бреется. Никаких родинок, ничего не срезать, в отличие от пены. Поэтому меня муж любит больше всего его. Ну и аромат, конечно, великолепный. Поэтому 81-47, жду, пока появится в наличии. Сейчас вот я его пыталась заказать, его нет. Пришлось заказать Barber Lab. Мужу нравится вот этот. Дальше с артикулом 0507 дезодорант, от которого мы отходим, потому что мы сейчас трехдневно используем. А этот просто остатки я как-то брала по купонам, по-моему, 10 штук, а он такой долгоиграющий, но его хватает на сутки. И не всегда это удобно. Вот честное слово, не всегда удобно, потому что вот с утра, ну, как муж говорит, я с утра его нанес, вечером уже чувствую, ароматы начинаются. По истечению 12 часов ароматы начинаются, а если негде помыться, то там начинается уже и ой-гу-го. Что? Поэтому я считаю, что да, мы на тот трехдневный перешли, муж сказал, что нормально, отлично, все хорошо. Дальше 200 мл с артикулом 23-88. Смотрите-ка, даже заполоснули. Викуськино мыло малиновое. Так, жидкое мыло с флордексидином. Антибактериальный эффект. Моя любовь. 27-17. Хотелось бы большую версию его. Средство для интимной гигиены. 87-22. Мое любимое, но у меня в каждых пустышках. Корректор глубоких морщин. Все-таки я свою кожу уханькала. Помните, да, у нас было 36 дней отпуска. Я свою кожу уханькала. Поэтому вот прорабатывала себя. Ну, могу сказать, что действительно очень хорошо помогает, рекомендую. Тут 10 мл, я смазала всю шею от ключицы до подбородка в круговую, хватает одной штучки ненадолго, если вот не выдавливать из шприца в морщинку, а именно вот прям наносить, чтобы прям все подтягивалось. Артикул 30-71, это именно сыворотка для лица, альтернатива гиалуроновым филлерам, действительно хорошая штука. Очень зашло мне очищающее молочко.
очко 0,971. Так, мицеллярная вода для снятия макияжа 0,972. Это мы еще все расходуем остатки. Это тоже расход остатков 0,779 тоник. Хотя все хорошее. Мне все нравится. Вот этот тоник, он классный. Просто у того запах лучше. У гиалуроники лучше запах. Кислородный бальзам. Полностью и закончился, остался один. Я его с собой возьму, лучше на отдых, не стала открывать. Нравится, безумно нравится наносить первый слой тоненький вот этого бальзамчика. Мне его хватает, я не знаю, месяца на два, наверное. Тихонечко по рукам распределила, на лицо, на шею, на декольте нанесла. А потом уже основную сыворотку, основной крем. И эффект лучше от любого крема. 5806, это как усиление получается всех кремов. Плюс 20% новофтема. Это очень крутая штука, пусть он дорогой, но его надолго хватает. Реально надолго, ребят. Он, кстати, такой светло-голубой, гелевый, такой приятненький. Крем-гель для чувствительной кожи лица. Если честно, я его не поняла. Набрала по купонам. Решила, что он будет, ну, может быть, прыщики убирать или еще что-то. Нет, он просто снижает чувствительность кожи, увлажняет, смягчает, предотвращает потерю влаги, способствует восстановлению кожи, устраняет ощущение стянутости. Все. Так это любой, в принципе, крем делает, поэтому он и не антивозрастной, никакой. Так, по-моему, у меня еще тут осталось его немножко. Я специально не все трачу, и когда какие-то такие вот кремы, я как градусник встряхиваю их специально, чтобы показать вам консистенцию. Вот этот кислородный бальзам, мне кажется, он даже от раздражения поможет, до прелости и так далее. Но если опрелость уже, знаете, такая ужасная, засочилась, лучше эту опрелость не трогать, а то защиплет, зажжет. Мы тут пробовали натертость. Нет, не советую. Лучше аргинином, если уже опрелость засочилась, то лучше аргинина вы ничего, наверное, не найдете. Как он круто, быстро снимает воспаление, раздражение и боль. Артикул 5112, детская зубная паста 0+, безопасна при проглатывании. Зубная паста грейпфрут. Вот не понимаю я эти вот пасты, честно вам скажу. Дочка у меня ее дорасходовала, 22.08, говорит, вкусненькая, но не понимаю я, как это вот это вот все, не знаю, мне вот непонятно. Ну, вот тут прям до конца она уже ее, не знаю, фу-фу-фу. Нет, нормально, чистит хорошо. Вот, значит, артикул 6646, все написано по-английски, но это что-то типа скраба было в недавних новинках. Приехала я с отпуска, и вот такая вот у меня ерунда. Просто потому, что он стоял во влажной ванной. Больше заказывать не буду. Заказывала, по-моему, два раза. Два раза потерпела неудачу. Он очень вкусный, сладенький. Но пару раз поскрабировал. Даже если сухой ложечкой. Я уже с кухни взяла сухую ложечку, железненькую, обычную. И вот уже сухой ложечкой. На чуть-чуть, ну, один-два раза и все. Не та стоимость, чтобы столько тратить. Вот артикул 6646. К сожалению, что-то ни слова по-русски. Какой-то скраб-праймер. Далее, моя любимая маска. Закончила ее буквально сегодня. Она превращается в такую водичку. Ее наносим, видите? Прям в водичку превратилась. Ее мы наносим на ночь. У нее яркий, вонючий, до ужаса вонючий аромат. Очень приятный. Я его люблю. Почему говорю вонючий, если люблю? Ну, потому что он не пахнет. Он не издает какой-либо аромат. Он реально воняет, поэтому простите. Что она делает? Мое лицо, вот как будто ее и просит все время. Это, во-первых, ночная маска. Вы ее наносите и не смываете. Просто умываетесь утром с артикулом 13.06. Это идет биотехнологический комплекс с витамином С. Стимулирует естественные механизмы обновления кожи и детоксикации кожи. Улучшает цвет лица и придает сияние. Да, сияние не блеск, а свежесть придает. Обеспечивает антиоксидантную защиту. Но это ж я откуда узнаю. Способствует самовосстановлению кожи. Вот действительно, кожа лучше на утро, лучше после этой маски, я прям вижу. Выравнивает микрорельеф кожи и уменьшает морщины. Причем с первого раза я заметила эффект. А если пользоваться ей там два раза в неделю хотя бы, да плюс с этой вот с пипеточкой, с сывороткой серии BioGlow, ну вообще шикарно. Сыворотка недорогая, рублей, наверное, 300 стоит. Далее, что содержится? Неоцинамид. Это активный компонент нового поколения, выравнивает рельеф, повышает ее эластичность, усиливает барьерные функции, способность кожи удерживать влагу, способствует клеточному обновлению. Также содержится наш новофтем О2. Это запатентованная технология доставки молекулярного кислорода, глубокие слои кожи, улучшает клеточное дыхание, активизирует обменные процессы в клетках кожи. В общем, такая вот крутая штука.
нравится, люблю ее. Так, кислородная масочка закончилась. Она у меня простояла очень долго. Вот эта маска мне нравится. Видите, такая вот гелевая, приятная. Я ее тут чуть-чуть оставила. Вот она. Вот видите, вот это биогло, она уже впиталась. Липкость после нее есть, после биогло, если толстый слой, но ничего страшного. Тут такая вот масочка. Она очень классная. Она требует смывания. Поэтому я, когда иду в душ делать много-много всяких штук друг, то вот я эту маску наношу и 20 минут ее держу, и прям в восторге от нее. Очень-очень нравится. Далее, драгоценная маска красоты. Это глиняная маска, которую можно даже дарить. Артикул 0744. Она идет с приятным ароматом, во-первых. И во-вторых, она очень хорошо наносится, она ровно держится. И она идет в стеклянной такой вот упаковочке. Очень красивая, приятная масочка. Я прям кайфую от нее. Скажу честно, я от нее в восторге. 50 мл. Ну и что она делает? Искусство замедлять ход времени. Вот, в принципе, все, что вам нужно знать. Так, значит, это маска кукон, имеющая атласную текстуру крема, благодаря комплексу уникальных ингредиентов и маложивущих компонентов, активизирует процесс регенерации, осветляет, придает коже тонус, усиливает микроциркуляцию. В результате кожа мгновенно выглядит более свежей и молодой, смягчаются линии морщин, стираются следы усталости. Комплекс витаминов, антиоксидантов усиливает естественные защитные барьеры эпидермиса. Маска идеальна для ухода за кожей любого типа, в том числе чувствительной. Действительно, вот прям все, что заявлено, все прям про нее. Да, все прям про нее. Держать нужно 15 минут, но я порой 20 держу, порой 12 держу. Я не засекаю ровно время. Я как сделала свои дела в ванной, я встаю под душ, у меня смывается и маска с головы, и маска с лица, и так далее, да. А, заказывала себе, кстати, бритвы. Ну, прикольно, иногда вот с собой куда-то взять там еще что-то. Ну, нужны они. 910-060. Далее, куча опять-таки салфеток. Очень рекомендую салфеточки влажные для удаления свежих пятен и загрязнений с одежды, обивки, мебели и других поверхностей. Просто шикарно. 115-52. Ну и протираем мы мониторы. Протираем, протираем. Мониторов у нас все больше и больше. Опять-таки куча кетчупов закончилась. Теперь все классические кетчупы. 35 калорий на 100 грамм. Это правильно, кетчупы с артикулом 16050. Куча батончиков, которых вот нет наличия, но я тогда была распродажа. Очень-очень много заказала, потому что знаю, что свекр их любит, ест. И вот, посмотрите, сколько убыло. Далее, закончилась у нас первая упаковочка комплекса «Сильный иммунитет». Ну, могу сказать, что он, ну, во-первых, не хуже омеги, во-вторых, да, действительно классно. Классно, тут Антон заболел, я заболела, и как-то мы очень легко перенесли болезнь. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, вот зачем я болтаю это. Ну, в общем, вы меня поняли, мне кажется, что есть улучшения какие-то. 81-13. Очень хороший состав, все классно, комплекс «Сильный иммунитет» рекомендую. Такие темненькие капсулы, хватает, в принципе, ненадолго. Если пить, допустим, втроем, как положено, ненадолго хватает. Так, Q10, энергетика на клеточном уровне, 157-23. К2-D3. Ну, мы его много выпили, честно скажу, много выпили, потому что пьют все, и родители, и я, и Антон, и Вика. В общем, артикул не скажу, к сожалению. Антипаразитный комплекс мы пропили, потому что везде таскаемся, по всяким кафешкам, курортам. 157-63 по интенсивам и так далее. Секреты Востока, когда мой врач узнал, что у нас в компании Faberlic есть черный тмин, кристаль хинди и хельба, она сказала пить мне по 2 штуки 3 раза в день через час после еды. И сказала еще, знаете, мне такое выражение: ты что, ты его что, нерегулярно пьешь, что ли? Я говорю, ну да, как-то вот то выпью, то нет. Ну, ты что, черный тмин надо пить? И прочитала лекцию, какой он полезный. Артикул 157-10. Далее, омега-3 форте. Ну, я вам говорила, что мы переходим на нее. 157-22 артикул. Что хочу сказать. Мне мой врач сказала, если я закажу цинк на Вальперис, начну его пить. Она еще не знала, что у нас появился цинк в компании Faberlic. Это абсолютная новинка. Это первый раз в пустышках у меня. Она сказала, что я сброшу. Я не сбросила. Ну, мне так казалось, что я не сбросила. Но недавно мы поехали в путешествие в Москву, и я стала надевать свой ремень. И вот настолько
нам пришлось проделывать новую дырочку. Я даже не заметила, я вам честно скажу, что я похудела. Я не заметила, что у меня убавилась талия. Я, конечно, счастлива. Покушать я люблю, к сожалению, к превеликому всякие вкусняшки. И я думала, что я набрала. Нет, вот столько ушло. Не знаю, цинк не цинк, но, может быть, мне его и не хватало. 157,89. Его она мне сказала пить по одной, два раза в день, после завтрака и после обеда. Можно и, допустим, после завтрака и после ужина. Если вы, допустим, на обеде, на работе по найму, то почему нет? А вот это вот омегу-3,6,9 мы больше заказывать не будем, потому что мой врач мне сказал, что омега-3 это круто, а 6,9 это не всегда хорошо, потому что они поддерживают, если есть воспалительный процесс, то они их поддержат в организме. Ну вот не знаю, вот так она мне сказала. С горем пополам выпили омегу-3 с глицином. Ой, больше не буду заказывать, отказывается, но мы ей просто другую не даем, поэтому вот омега-3 с глицином. Мой врач тоже говорит, с глицином Вике очень надо, тем более у вас аутистический спектр, тем более там вот это все очень надо, пейте, но ну вот как вот ее заставишь? Ну вот 157,80, она вкусная, такие яркие капсулы прикольные, все здорово, вы понимаете, даже докопаться не до чего. Просто не хочу, и все, вот хочет обычную омегу раскусывать, вонять вот этой рыбой, я не понимаю. Далее от Бесси еще такая вот омега-3 с витамином Е и Д. Это комплекс для детей омега-3. Картикул 81-10, тоже скрипя сердцем выпила, ей вот надо обычную форте. Это комплекс омега-3, это у меня пила свекровь, витамин Е, витамин А, витамин Д, артикул 81-09. Свекровь пила живицу, пьет у нас все до единого. Неважно, хотят, не хотят. Взрослые 5 штук в день, дети 3 штуки с утра. На голодный желудок обязательно дают. Артикул 157-28. Вот такая вот кучка. Далее закончился у нас парочку релаксов. Артикул 12-97. Ну что могу сказать? Действительно расслабляет, масло приятное. По-моему, ну, у меня первый раз в пустышках. В составе идет лимон, бергамот, сосна, можжевеловые ягоды, кедр виргинский. Очень приятно. Вот честно скажу, очень приятно. И это не усыпление, а именно релакс. Вот расслабиться. Мне вот это очень не хватает. Далее доброе утро кофе. Вот столько. Дед мне пустых баночек привез. Я доброе утро не пью. Мне больше нравится добрый день. Вот это выпила, значит, 3 баночки я. А это он накопил, не знаю, за какой период времени, но очень много. Стевия. Что-то ее нет на складе. Вот 2 штучки. Одна в коробке, другая без коробки. К сожалению, у меня осталось 3 штучки, 3 стевии. И что-то в наличии все нет и нет. Я не знаю, что делать. Артикул 156-77. Приправы. Закончились. Ну, вы знаете, их надо пробовать. Вот так я скажу, ой, вкусно советую, а вы насыпаете и скажете, фу, мне это не нравится. Поэтому я, например, корицу терпеть ненавижу. Ненавижу терпеть корицу, я чувствую запах корицы, все, меня уже выворачивает, я хочу выйти даже из заведения, где корица и пахнет, даже если мне ее не дают кушать. Вот такая вот у меня реакция, причем с детства. Меня с детства укачивало даже от запаха корицы, не то что от вкуса. Поэтому съели правильную приправу для сочной курочки, 161-31. Я бы ее назвала островатой. Так, скушали правильную приправу, средиземноморские травы, артикул 161-36. Вот это мне больше понравилось. Чем? Тем, что мне понравилась она даже в салате. Она мне понравилась везде, и запах у нее очень приятный. Ну, тут и состав: базилик, розмарин, орегано, тимьян, чабер, майоран, шалфей, семена чиа. Ну, вкусненькая, реально вкусненькая. Далее, последняя, закончилась соль. Нечаев Family Club, 161-46 артикул. Потом это закончилось. Ну, вот мы что-нибудь готовили и сыпали в рыбку для рыбных блюд, 161-43. Вкусненько, очень вкусненько рыбка получалась. Далее с розмарином и орегано с артикулом 161-42. Это приправа просто не для чего-то, а просто вот кому нравится розмарин и орегано. Прикольная тоже, вкусная. Так, подкопченная. Ну, скажу, что островата же она, мне не очень нравятся подкопченые оттенки, 161-45. Далее неаполитанская с базиликом и тимьяном, 161-41. Вспомнить. Вот это мне очень понравилось. Вот это вот именно вот это вкусненько. Далее коралловый кальций. Куча пакетов опять. Артикул 157-30. Вот
болели, чай бронха, потому что покашляли немножко, 156-69. Ну и вот такой вот нежный кролик. Кошка у меня его, кстати, ест нормально. Не только говядину, но и нежный кролик, 162-07. Ну вот, в принципе, все. Все мои пустышки. С вами была Конна Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео. Ну и кто досмотрел до конца такой длиннющий ролик, поставьте мне пальчик вверх. Спасибо большое. До встречи с вами в новых видео.